Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартирку в районе Махмутлар. Квартира под ключ. Находится на среднем этаже проекта, который был сдан в 2010 году. Так, 120 квадратных метров брутто, а жилая площадь тут 90-95 квадратных метров как минимум. Почти отдельная кухня, бытовая техника фирмы Altus, столешница у нас мрамор. Тут есть вся инфраструктура. Вот у нас открытый бассейн. С этой стороны крытый бассейн, сауна, фитнес, хамам, беседка, зона там в этой стороне тоже. Теннисный корт, баскетбольная площадка, все есть. Расстояние отсюда до моря максимум 520 метров. Это улица Ататюрка. Снизу этого проекта у нас сеть магазинов Каррефурса. Рядом также есть и другие магазины, рестораны и тому подобное. Так, дорогие зрители, здесь у нас большой балкон. Сейчас откроем. Вот. На балкон выходить не буду, там грязно. Сторона здесь восточная и южная. Это южная сторона, это восточная. Очень большой балкон, который поворачивает в ту сторону. Покажу с другой комнаты. Так. Вот. Балкон поворачивается до сюда. Здесь у нас прихожая. Это в тобой. Две квартиры на этаже. Лифт тоже работает. Потом я спущусь вниз, сниму всю инфраструктуру. Это у нас детская спальня. Кондиционер фирмы Бека. Вот фотобой, космонавт. Такая вот интересная люстра. Первый санузел с ванной. И здесь у нас хозяйская спальня. Опять оставили для меня подарок. Так. Вот такая спальня. Не маленькая. Вот. И здесь у нас второй балкон. Эта сторона у нас уже западная. Откуда дверь открывается? Вот. Можно застеклить, будет вам еще одна комнатка. Так. Здесь у нас второй санузел. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Так. Кондиционер фирмы Beko старенький. Нужно поменять, поставить инверторное. Так, дорогие зрители, я сейчас спущусь вниз и покажу вам всю инфраструктуру. Здесь просто все очень хорошо. Цена у нас этой квартиры
98 тысяч евро. Айдат тут 250 лир. Так что смотрите до конца, не закрывайте ролик. Лайки, комментарии, начинайте уже писать. А я иду вниз. Вот, дорогие зрители, такой лифт. Вместимость 3-4 человек. Тут у нас два выхода. Один с этой стороны и один с этой стороны на дорогу имени Тачурка. Значит, здесь ухоженный просторный сад. Так, где-то у нас скрытый бассейн здесь. Вот здесь вход. Очень большой бассейн. С аквапарком. Начну я с той стороны. А, открытый бассейн в той стороне. Здесь у нас генератор, теннисный корт. Там также беседка у нас, территория большая. Все работает. Вот также отсюда есть вход. И в этой стороне, оказывается, есть бассейн. Зона барбекю, второй генератор, беседка. И вот еще вон один бассейн. Ну все, туда я не буду идти уже. Там тоже беседка. Вот такие проекты. Парковка у нас снаружи. Фитнес. Фитнес, крытый бассейн в той стороне. Мини-гольф там у нас. Также зона барбекю рядом. Территория большая, дорогие зрители. Уж устал ходить. Ах, даже цветочки приподняли. Красиво. Так, детская игровая площадка. Тут крытый бассейн, но пока не запустили. Вот, отсюда я вижу. Так, здесь также есть фитнес-центр. Бильярдный стол, теннисный стол и сауна, хамам у нас в открытом бассейне. Просто закрыто из-за пандемии. Не было написано. Так. Да. Вот сауна есть. Ага. Сауна, фитнес-центр, уже я там был, и крытый бассейн. Все, дорогие зрители, я вам показал инфраструктуру, то, что здесь есть. Айда здесь 250 лет. И цену вы уже услышали. Все. Для подробной информации звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.